Боевое искусство, навыки владения которым в древности спасали всаднику жизнь, один из самых зрелищных и динамично развивающихся видов спорта, тент-пегинг или сбивание мишени верхом на коне, входит в десятку дисциплин, признанных Международной федерацией конного спорта. Сильнейшие наездники встретились в конно-спортивном комплексе «Звездный» на заключительном в этом сезоне Кубке Всероссийской Федерации джигитовки и тент-пегинга. В руках спортсменов холодное оружие, копье внушительных размеров и острая шпага. Это шпага английского образца. 1908 года она, по-моему. Тяжелая? Моя не очень тяжелая. На самом деле, чем тяжелее, тем удобнее идти. Так в целом пока неплохо. Чуть-чуть кашу, но пеги забираю. В тент-пегинге, в отличие от остальных конных дисциплин, возрастных категорий нет. Участвовать могут все, кто уверенно держится в седле. Выбор скакуна имеет решающее значение. Филипп Лизунков из Москвы буквально сдружился со своим пони Виконтом. Парню 10 лет, у него второй разряд, а выступает так, что позавидуют взрослые. Филиппу в карьере помогает его спортивная семья. Я считаю, что я нормально проехал, но мог с шпагой, конечно, лучше. Но у меня не очень получалось. Ну, здорово то, что я занимаюсь со взрослыми. Вот с взрослыми, вот с чемпионами. Наш пони, порода араба-пони. Он наполовину араб, наполовину шотландский пони. Ему 12 лет. Он у нас в семье 8 лет. Вот, на нем ездят все наши дети. У нас три брата. Филипп средний. И Виконт всех их катает в разных дисциплинах. Мы занимаемся с ним. Путь к заветному кубку складывается из четырех упражнений по принципу от простого к сложному. Сперва в копилке наездников были только пеги, потом кольца. На заключительном этапе к ним прибавились лимоны. Меч, два лимона и колышек. Точность и скорость выполнения упражнений приближает наездников к своей главной цели – вхождению в состав сборной России. Заключительные соревнования года, на которые стоит наша главная цель – проверить уровень кандидатов в сборную команду России. Вот. У нас большие планы, эта дисциплина, в отличие от остальных дисциплин конного спорта, одобрительно, которая относится к действиям России. Вот, это арабские страны, это Южная Африка, это Индия, Пакистан. В общем, большое количество стран, которые готовы сотрудничать с Россией в спорте и которые сегодня не страшатся этих санкций. Единственный кубок федерации достался Федору Ефимову, трехкратному чемпиону России, тренеру международной категории. Александра Калинина и Полина Александрова заняли в соревнованиях второе и третье место соответственно. Все трое – главные претенденты на участие в международных соревнованиях в составе российской сборной. Пожелаем им удачи. Михаил Налетов, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.